Друзья, всем большой привет! Сегодня у меня рубрика «Обзор покупок из магазина Fix Price». Покупок у меня совсем немного таких вот творческих, но все же кое-что я в магазине прикупила, и сейчас мы с вами вместе посмотрим. Декоративная тарелка. Изготовлена данная тарелка из МДФ. Я ее взяла на подделочке, естественно. Сейчас покажу, что еще взяла к этой тарелке. Стоит такая тарелка 199 рублей. И к этой тарелочке я взяла себе вот таких вот двух слоников. Третьего пока. Мне нужно вообще три слона. Ну, пока в продаже у нас третьего нет. Вернее, есть, но он другим цветом. Я сейчас посмотрю, еще в пару магазинчиков съезжу. Если белого не найду, то придется брать другим цветом слоника. Но тут все равно, в принципе, буду все перекрашивать. Поэтому... если что, возьмем другим цветом. Вот это у меня такая задумка на декоративный подносик. Возможно, кто-то видел такие уже идеи в интернете. Так, смотрите, какие цветочки красивые продаются, искусственные. Конечно же, разумеется, в магазине Fix Price. Такая вот, это что, хризантема или кто? Это цветок искусственный. Фиг его знает кто. Ну, в общем, очень такой... приятный цвет. Я взяла три цветочка. Опять-таки, это на подделочку. Эти цветы я полностью разберу. И вот такую розочку еще взяла таким цветом. Каждый цветочек стоит, я вам скажу, недешево. Я, если честно, думала, что эти цветы стоят дешевле. Каждый цветок стоит 99 рублей. Представляете? Вот. Ну, я, может, конечно, может, это действительно такие цены на цветы. Сейчас на искусственный, не знаю. Ну, в общем, мне показалось, что это дорого. Дорого за 99 рублей, конечно, патронить эти цветочки. Ну, что ж делать? Раз у меня на них глаз упал, конечно, так они смотрятся симпатично. Буду с ними поступать просто варварским образом. Дальше. Кинетический песок. Позже покажу. Вот так не отсвечивает, да? Позже покажу, для чего я его приобрела. Тут у меня уже Арина немножечко, пока я тут бегала. Она тут уже это пожимкала. Причем у нее есть свой песок. Она еще с этим решила поиграться, потому что он другим цветом. Мне расцветка не важна. Мне важен сам песок. Позже также с вами будем творить с помощью этого песка. Дальше. Просто находка в магазине Fix Price. Вот такой вот нож для резьбы со сменными лезвиями. Я его когда увидела, что он продается, конечно же, я его хапнула. Причем я взяла сразу два ножа. Так, в комплекте мы имеем 6 сменных лезвий. Лезвия очень острые. Проверила я уже. Отличный нож. Это, конечно, знаете, так скажу вам, дешевая подделка. Вот. На медицинский, грубо говоря, инструмент, да, многие рукодельницы пользуются такими вот ножичками, тяжелые они. Этот, на самом деле, тут нержавеющая сталь, он очень легонький, но очень острый. В принципе, за 55 рублей лезвие у него действительно очень острое. Я тут им обрезала суккуленты свои, бошки сносила некоторым, вот. Ну, не знаю, посмотрим, насколько он качественный, насколько он долго мне прослужит, потому что смотрю, что лезвие-то темнеет быстро. Вот, видите, уже потемнело. Вот. Друзья, еще одна покупка, которая не смогла меня не порадовать, это клеевой пистолет. Очень ждала в продаже, когда появятся данные пистолеты. У меня есть. Похоже, я покупала в магазине Fix Price, только он меньшим размером. Вот, он работает у меня до сих пор. Ну, вот когда я увидела, что продаются вот эти вот пистолеты, конечно же, как запасной вариант, я не смогла не купить, не смогла пройти мимо. Очень я прямо этой покупке рада, тем более он стоит 199 рублей. Это дешевле в разы, чем в других магазинах. Цены я сравнивала, и поэтому я и ждала, когда появятся в магазине Fix Price данные пистолеты. Что могу сказать? Длина шнура у него 100 сантиметров. К этому же пистолету продаются, конечно же, пули. В упаковке 5 штук. Стоит
Такая упаковка 77 рублей. Время нагрева 5 минут. Сейчас хочу проверить его, включить. Посмотреть, работает ли он вообще. Ну, конечно, я вот это просто находка для меня. По крайней мере, потому что я часто пользуюсь таким пистолетом. Вот. И как запасной вариант, такой пистолет должен быть. Так что кто еще не приобрел данный пистолет в магазине Fix Price, бегом туда. Долгое время этих пистолетов не было.